Не исключено, что в скором времени дочь пресс-секретаря российского президента и прославленной чемпионки сумеет превзойти даже собственных родителей. Девочка, которой уже через несколько недель исполнится 9 лет, растет смышленой и активной. Помимо фигурного катания, в котором Надежда уже добилась определенных успехов, в ее жизни немало и других полезных увлечений. Так, маленькая принцесса успевает участвовать в ледовых шоу, организованных ее звездной матерью, а кроме того, охотно учит иностранные языки. Как выяснилось, благодаря регулярным появлениям на публике Надя уже вовсю осваивает премудрости макияжа. В своей последней публикации, растроганная словами и действиями дочери, фигуристка поделилась любопытными кадрами. Практически все подписчики Навки поспешили восхититься навыками и вкусом маленькой красотки. Другое дело, хейтеры, буквально набросившиеся на ее мать. «Мам, ты можешь сейчас сильно удивиться, но чтобы губы выглядели красиво, я их крашу очень много. Слоями», — процитировала юную красотку гордая спортсменка. Недовольство диванных критиков вызвало не только косметика, при помощи которой Надя Пескова пыталась украсить свое и без того милое лицо. На размещенных олимпийской чемпионкой кадрах доброжелателями была замечена некая таинственная женщина, которую они тут же записали в обслуживающий персонал. А на заднем фоне служанка воду наливает, отметила подписчица Навки, которая, судя по всему, посчитала открывшееся ей зрелище недемократичным. Напомним, что в свое время Татьяне Навке приходилось много работать ради того, чтобы продолжить тренироваться в Америке. Семья не могла помогать будущей чемпионке финансово, о чем однажды журналистам рассказал супруг Татьяны. Она сама это рассказывала: они тогда пололи грядки, она мыла туалеты, чтобы заработать себе на пару штанов Levi's и сходить в ресторан, который называется McDonald's. Вот так они жили в Америке, заключил Дмитрий Песков.